Красота, да? Две фишки есть у курорта Монжерок. Это теплое озеро Монжерок, рядом с которым мы были, и гора Малая Синюха, где организован горнолыжный курорт. И вот туда как раз и ведет канатная дорога. Карету мне, карету! Что самое главное человеку на горе? Глинтвейн. Возьмем глинтвейн. Вот сижу я на шезлонге, смотрю на Алтайские горы. А по соседству с курортом Монжерок стоит село Монжерок. Ну, где-то в 4 километрах от него. За мной Монжерокский порог. Ну просто, ну космос какой-то. Нормальная, здоровая жизнь нормального русского мужчины. Прощай, дорогой, возвращайся поскорей с уловом. Я гуляла по Монжероку и увидела какой-то невероятной красоты дом. Мы заходим в коридор. Это, я так понимаю, шкаф, да? Да. Когда мои друзья и родные узнали, что я уезжаю на Алтай, был составлен такой огромный список того, что можно отсюда привезти. Для зрелой кожи, то есть очень полезно, вот именно пантовые. Для омоложения, восстановления, тонизирования организма, вот вообще любая пантовая продукция идет. И о мужчинах тоже на Алтае не забыли, им предлагается бобровая струя и панты. Это медведь, а это волк. О, волчьи тапки. Волчьи тапочки. А волчьи тапки сколько стоят? Любая пара 2500. Это сик. Горячее копчение. Это хариус, горячее копчение. Я нашла на Алтае супер оригинальное блюдо. Это сосновые побеги, сваренные как варенье с медом и сахаром. И аккуратненько, чтобы не обварить, как мы уже говорили. Сосочки, да? Да. Алтай потихонечку, наверное, становится таким любимым местом для цифровых кочевников. Я на удаленке уже 7-й год. Оп. Вот. И пахнуло на меня ароматом столичной жизни. И это тоже Монжерок.